Ты вчера, Василий, что на богослужении-то не был? Ну, я тебе говорю, не рассчитал вот друг со временем. А ты во сколько из дома вышел-то вчера? Да я точно что-то не помню. То ли во втором, наверное, во втором часу. Какого часа? А автобус это ходит? Ну, автобус ходит. Ну, ты видишь, что ты не успеваешь. Чего автобус-то не сел? Ну, повернись ко мне, я с тобой разговариваю. Чего ты задом-то ко мне? Сэкономить решил? Я люблю пройтись. Ты прошелся, тебя потом прет. От меня три собаки в доме, у меня не так пахнет от них, как от тебя, от одного. Поэтому я тебе отказываю в ночлежке, если ты будешь приходить потный. Понял? Любишь ходить? Ходи там без меня, а ко мне, чтобы приходил не вонючий. Согласен? Конечно. А что, куда годится-то? Потом тебя выветривают, тебя неделю целую, у тебя запах духан стоит такой. Деньги у тебя есть на проезд? Деньги есть. Деньги есть, но люблю ходить. Ну вот, ходи, неделя у тебя есть, ходи. Ты неделю в берлоге сидишь, там никуда не вылазишь. Потом прошелся, вспотел, пришел тут ко мне, навонял. И опять в берлогу. Лапу сосать. Чем неделю занимался-то? То чем заниматься? В холоде чем будешь заниматься? Ну, а ты же планировал чем-то в холоде заниматься-то. Я не планировал там зимовать. Ну, сейчас планы поменялись. Дрова колол? Нет. Почему? Ну, как-то лето, дрова кого-то. Вот пора согреешься. На охоту идти, собак кормить, пора согреешься. Значит, тебе не холодно там пока, да? Ну, пока. Холод, не мороз. Понятно. Ну, а мороз так колоть-то, наверное, тоже не камильфо, не комфортно-то. Так, а сильный мороз, я в хату занесу, да, накалю в хате. В хате колоть? Да. А, здорово живешь. Так у тебя в хате столько же, сколько на улице-то, если ты не... Ну, я прошлую зиму в хате колол. Ну и что, хорошо разве? Кто ж в хате дрова колет-то? Угу. Это совсем надо уже, совсем. Такая хата такая. Какая? Ну, это ну какой человек такая хата, да? Этот камелек сделали, чтобы подпереть, чтобы не упала эта стенка. Стенка вот так вот идет. Ну, стенка начала падать. Они придумали камельком подтереть. Дом твой скоро рухнет, да? Разруха. Ну, камелек держит. Разруха у тебя в доме, да, Василий? Камелек держит. Камелек держит. Ну. Так поэтому ты в хате-то не кали, а то будешь там трясти в хате топором-то, и рухнет эта крыша-то, да, поедет. И накроет тебя там медным тазом-то. Ты пока мороза нет, перекали их на улице-то. И высуши. Понял, нет? Да, времени нет.
А что ты делаешь? Вот пока поехали. Ничего себе. Один день короткий. Ты весь день ешь, тебе даже дров наколоть некуда, да? Зубов-то нет. Зубов-то нету. А что не вставишь-то? Так один... миллион надо на эти зубы. Миллион? Да ну, миллион. Не миллион, там, 1050 всего-то. 50, ага. 50, это один-два зуба вставить только. А тебе надо сколько, 36? Ну, а мне всю челюсть. Да протез тебе взять, да и все. Всю челюсть. Верхнюю всю ее. И нижнюю. Ну, съемный протез купи, да и все. Ну, купи, а на что? Ну, а на что ты дом собрался покупать? Ну, так надо сначала дом купить. Так, дом. А у тебя времени не будет дрова колоть-то в этом доме, ты опять будешь замерзать. Ты протезы купишь, деньги потратишь, а то сколько времени выиграешь-то? У тебя и дрова будут переколоты, и картошка посажена, выкопанная морковка. Будешь снабжать всех овощами, продуктами, яблоками, облепихой. Ну да. Был бы я молодой, сила-то убывает. Убывает. Молодого.